Всем привет, дорогие мои друзья, Рэй на связи, и мы продолжаем проходить Castle. Так, Яна родила ребенка, вот это новость, и в то же время на мой замок нападали, а вот это уже плохо, ребят. Давайте глянем, что до 4 уровня у меня прокачался лучник, а вот и ребеночек наш, Константин. Ах ты, какой ты маленький. Подрастай быстрее. Ты мне очень нужен, как воин. Я думаю, ты будешь очень сильным. Так, ну что? Что мы можем здесь сделать? Так, здесь у меня показана атака на мой замок. 2 часа 34 минуты назад. Голдфин, я тебе скажу, что ты делаешь несправедливо. Я отсутствовал, я был на работе, а ты в этот момент, значит, воспользовался этим. Какой же ты все-таки нехороший человек, а? Ладно, ребята, сделаем здесь зачистку. Возьмем немножко радости. Казарма. Вы знаете, что я вам скажу? Здесь очень много нужно денежек. Очень много. Игра, я их называю обычно долгосрочный проект, потому что здесь все строится долго. Поэтому игра у нас будет долгой. 40 тысяч, ребята, 40 тысяч нужно на увеличение тронного зала, а у меня всего-то 6 тысяч. Ну что ж, давайте попробуем, чем черт не шутит. А ну-ка, орки, выкусите моего клинка. Лучники, вы, главное, там не расслаблять. Вы смотрите, что они делают, а? Они уже практически разбомбили моего воина. Давайте, поднапрягитесь там. Ай, упал мой воин. Ну, давай, стреляй. Интенсивнее, ребята, я же вас не зря отправлял на обучение. Обучение вам проплачивал еще при этом. И едой, и деньгами, и мы выиграли этот раунд. 500 золотых получаем, плюс сундучок. Это несказанно радует. Орки, вы должны остановить этих людей, или я рассержусь? Повелитель бездны орет. Граф, приказывать орки перегородить дорогу. Люди не пройти. Граф, могучая башка. Так, давайте посмотрим, что у нас в сундуке. Я надеюсь, что-нибудь полезное. О, меч, это хорошо. Так, где моя мечница? Иди сюда. Ну-ка. Да, кстати, на порядок лучше. Блин, ну что ж такое, требование 6 уровня, а? Ее надо срочно отправлять в тренировку. Так, а ты у меня 5 уровня. Давай так сделаем. Казначей там у меня все ведет свои дела казначейские. Еда прибавляется потихоньку. А, здесь можно уже очистить. И это хорошо. Так, давайте здесь тоже зачистим. Одна минутка, это не так уж и долго, в принципе-то. Ну что ж, теперь нам осталось только подождать, когда мой мечник хорошо раскачается, чтобы можно было ему и одеть новый меч. А этот все ходит себе, а? Этот ребенок еще совсем мал. Пройдет немного времени, и он станет взрослым. Я надеюсь, что немного времени, как вы говорите. Так, а чем же мне пока заняться, да, ребят? Так. Все нужно на тронный зал. Ну, 40 тысяч. Где же я наберу таких больших денег? Кто мне подскажет? А здесь я сотворение заклинаний даже можно делать. Ух ты, и все равно уже 4 уровень. Даже лестницу здесь можно ставить, перемещаться между этажами. И это хорошо. Ну, когда же ты там разовьешься у меня... Так, 4 уровень. Да все на этот тронный зал, а? Ориентация идет на него. Не буду я покупать алмазы, донатить я пока не буду. Расчистили, это хорошо. Так, ну, эти у меня там воркуют, голубки. Это еду все производит помаленьку, казначей. К сожалению, пропать у меня не получится. Нужен, опять же, трон 4 уровня и 10 тысяч. Вот они, значит, куда денежки-то нужны, ребята. А я все думал, для чего они здесь нужны. Так. Слабо, очень слабо, что я могу сказать? Ну, так, 19,6, мы так будем вечность с вами добирать. О, так, а что тут у нас в мире, в регионе?
Ясненько. Азы боевого искусства. Так, двум воинам до 6 уровня. Так, иди сюда. Вау. Они у меня оба получили 6 уровень. Это меня очень радует. И я, знаете, что думаю? Сейчас я дам меч этой барышне, а толстячка отправлю тренироваться. Точнее, он уже бежит у меня. Ну что, бери, красава. Ну, думаю, теперь мы можем, наверное, немножко и повоевать. Хотя зачем я толстяка тогда отправил туда? Так, вам пора, ребята, разойтись, вы тут воркуете. Почем зря, никакого толка нет от этого. Иди сюда. Так, у меня здесь что? Ага, забираю награду. Отлично, теперь эти ребята больше похожи на воинов и знают, с какой стороны нужно браться за меч. Ну, Дональд, а ты что, сомневался, что ли? Так, что он мне показывает? Карту. Ты хочешь сказать, что мне нужно отправляться в бой? Магия или смерть? Я выбираю магию. Но пока, я думаю, не стоит, потому что у меня, во-первых, красава Аврора. А мне нужно как минимум, чтобы было 3 воина. Сейчас придется немножко подождать, пока вот этот пухленький мой немножко подкачается. Хотя можно и этого взять, он у меня 6 уровня, да? Что? Что мне здесь можно сделать такого эффективного и хорошего, чтобы я хоть как-то быстренько мог подняться, развиться? Игра только вышла, а вы видели уже по PvP подходу? Так, подождите. Почти закончил тренировку. Нет, не будем избрасывать. Вот. Сколько там уже людей развитых, раскачанных? Ну, стопудово это донатеры. Донатеры. А я их немножечко презираю. Да, я не спорю, они развиваются быстрее. Но, тем не менее, это все-таки нечестно. Это не своим путем. Хотя, если сказать по секрету, иногда приходится, как говорится, пользоваться услугами магазина, чтобы хоть как-то немножко развиться и быть впереди всех. Так, ну что, вот он у меня выучился. Иди сюда. Так, яблочки. Ну, а теперь, я думаю, такой армии я, в принципе, могу сходить и подраться. Давай быстрее беги, что ты там мешкаешься. Похож чем-то на бегемотика. А, нет, на носорога. Так, а ты у меня тут стоишь вообще без дела. Иди, занимайся. Так, давайте поставим. А что я хотел поставить-то сюда ему? Давай-ка, надевай, наверное, посох. Будешь у меня рыцарь-маг. А почему бы и нет? Я не уверен, конечно, в его силе, но мы это проверим сейчас. Так, что еще? Давайте сходим на карту. Магия или смерть? Я выбираю магию. И тут 3-4 мечника. Погнали. Ну, маг, не подкачай. Ого, маг-то, смотрите, как жарит. Вот это красава. Так, давай, красава, дерись, дерись в полную мощь. Не давай им слабины. Да это как детский сад. Елки-палки, выбежал здесь на меня. Ну и поплатился за это головой. О, вы побить воины Грава. Вы пожалеете, скоро Граф покажет вам свой лучший удар. Удар головой. Братишка, я думаю, что этот меч, который у тебя застрял там в бочке, пронзит твой мозг скоро. Так, забираем одежонку. Боевое мастерство. Это что вы хотите сказать? Что я тут не сделал, что вы мне указываете на боевое мастерство? Давайте откроем. Опа-на, получили скалку и какой-то непонятный костюм. Это для кого у нас будет? Ты у меня поваренок, скалка тебе должна быть. Требование второй кулинарии, что ли? Немножко не могу понять. Добыча ресурсов час, 72 золотых. А этот костюмчик у нас предназначен для моего казначея. Ну-ка, опа. Какой ты теперь модный. Надеюсь, ты будешь быстренько зарабатывать мне деньги. Так, что же мне делать-то? И этой девочке наденем меч. Она у нас, по ходу дела, была без 6 уровень. Без одежды, поэтому она не тренировалась. А вот теперь пошла у нее тренировка вовсю. Так, а ты-то что? На-ка. Ага, этому одеть можно скалочку.
Угу. Слушайте, а может быть мне поменять их местами? Я имею в виду этого мужичка на девочку. Бездонный гардероб, это все у нас не то, это анчивки, так скажем. Так, что тут? Паренек у нас Константин ходит, подрастает пока. Так, раз, два, три, три лучника и два мечника. Я, наверное, не потяну пока. Хотя можно было бы, в принципе, рискнуть-то. А на прошлые Локи вернуться нельзя. А вот это они хитро придумали. Очень довольно-таки хитро. Ну что, давайте, наверное, все-таки поменяем их местами. Ты у меня вообще даже без уровня, что ли, получаешь? Ну-ка, иди сюда. А ты сюда. Только костюмчик надо забрать и поставить поваренку. Давай, одевай. Вот теперь ты у меня будешь полноценный повар. Скалка. А какого хрена ты подметаешь полы, а не готовишь, а? Давай готовь. А девчонка там у меня просто ходит, да, на складе. Попивает пивасик. И ничем особым не занимается. На тебе меч. Ну, она сразу начала прихорашиваться. Типа, какая я прелестная. Мне дали меч, теперь я выгляжу вдвойне лучше. И опять свое бухло. Эй, подожди, 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 морячок, куда побежал? Вернись, что такое? Ну, придется. Да я дрить твою налево, да куда? Что ж вы все разбежались-то у меня кто куда, а? Я не это хотел совсем сделать. Ладно. Что сделано, то сделано. Еды больше, чем денег, как так, а? Это несправедливо. 750 кристаллов стоит один рабочий. Да вы, ребята, что, совсем что ли там опухли? Я понимаю, конечно, все будет быстрее делаться. Но такие суммы. Вот гады хитрожопые, а. Делают из игры галимый донат. Давайте сюда. Терять нам все равно уже нечего. В атаку! В атаку, родные! Слушайте, довольно быстро что-то мы их размотали, а? Может быть, я зря паниковал? Аврора, ой, Аврора, красава, живи, живи, красава. Вот это замечательно. Я бы сказал, they're good. Получили 600 монет, сундучок. Сейчас мы это все дело посмотрим. Так, что тут? Приговор стрелкам. Ага. Новое задание появится завтра. Ага, тут еще лимит, оказывается, у нас по заданиям. Опять для меня какой-то нежданчик. 435 золотых, а во втором что? Наверное, такая же сумма, да? Так, 417 и 3 самоцвета. Так, забираем, естественно. Хорошо-то как, а? Кристаллы идут, и это меня радует. Так, казначей. Казначей уже купит побольше денег. Не зря я ему кафтанчик этот одел. Так, что тут у нас дальше идет? Просека разбойников. Два этих и два мага. 200 яблок они просят. Слушайте, а вот куда нам и яблоки будут нужны. На прохождение новых локаций. Чем заняться-то сейчас, а? Можно было бы пока. Эти у меня здесь дуркуют, воркуют. Так, эти у нас тренируются. Ух ты, какой тут осьминог гигантский, а? Тут тоже нужно 15 тысяч, елки-палки. В этот тронный зал. В этот тронный зал у меня все уперлось клином, так сказать. Ничего не могу сделать. Как-то даже мне немножко не по себе. Тут надо либо ждать время, либо донатить, либо идти на смерть. Погнали. Мне нужно любым способом заработать себе 40 тысяч. Ума не приложу, как мне их получить. К тому же в довольно короткие сроки. Так, ну давай, 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 не дуркуй. Красава. Блин, я думаю, что она сейчас погибнет у меня, а? Ну как погибнет? Она не умирает окончательно. Просто будет с очень малым хп стоять на базе. Но она выживает. И я получаю что? Синий сундучок.
Это уже хорошо. Так, давайте его вскроем, посмотрим, что там будет хорошенького. И меч и какие-то щипцы. Добыча ресурсов час. Опа-на, это моему родному казначею. Так, давайте-ка, ну-ка. Ну, естественно, в разы больше будет клепать бабла. Лук, ну, лук это не то. Мне теперь нужно посмотреть насчет меча. Этот меч как у нас? Да что ж ты будешь делать? А смотрите, что требует. Уровень 8, а у меня 6. Это 2 уровня моему мечнику. Надо будет прокачиваться. Ладно, иди сюда. А ты иди на обучение. Интересно, успею я развить ее до 8 уровня или нет? Точнее, как быстро она разовьется. Вот я бы так поставил вопрос. Ну что здесь такое? Что за суета, ребят? Так, идите, воркуйте. Голубки вы мои. Надеюсь, к следующему моему приходу у вас будет еще один ребенок. Мне нужна армия, мне нужны люди, мне нужны свободные крестьянские руки, в конце концов. Ой, вместимость-то 15 тысяч. Ребята, даже при всем желании, если я разовью себе этот, здесь я ничего не смогу сделать, поэтому придется ставить. И то не хватит, всего 30 тысяч будет вмещать в себя сейф денег. А мне, как вы видели, 40 тысяч нужно только на повышение казармы. Какой казарм? Казарм же? Нет, тронного зала. Ёлки-палки, это мне еще потом придется апать раз. Ядрить твою налево. Про что, ребята, я вам и говорил, что это долгосрочный проект. Долго все делается, не все так быстро, как хотелось бы. Так, а что здесь мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть статистику нападения на меня, да? Получается так, что ли? Повтор есть написано. Вы посмотрите, как они тут раскачаны уже все, а? Не успела игра выйти, как они уже тут все раскачались, а? Вы посмотрите, какие они. И я больше уверен, что это не самые мощные ребята, которые меня обворовывают потихоньку. Гаденыши, а? Ну что ж, давайте глянем, как это происходило. Вы знаете, я себя сейчас чувствую просто нубом каким-то. Это моя охрана, которая охраняла у меня замок. Да, разобрали. Ну ничего, ребята, ничего, я скоро выйду в отпуск, я вам всем устрою. Вы у меня узнаете, почем фунт лиха. 899 у него рейтинг, а? Ну, я думаю, я вполне могу его переплюнуть. Было бы только время, а желание у меня есть. Так, ну ладно, пускай у меня пока замок развивается потихоньку. Ладно, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. И до скорых встреч, всем пока! Can't stop now.